короче, сегодня уже какой-то, получается, третий день. У меня все лицо стянуто корочкой. Лицо видно. Вот оно прям вот такой, как маской взялось. И вокруг рта все. Это я просто открыла рот, я поела. Вот максимум, что я могу. Я прям чувствовала, как у меня вот здесь прям аж лопнула кожа, когда я откусывала. В общем, сегодня я еще с тональником, поэтому прям очень активно все это видно. Пришлось сегодня идти на работу. Сейчас смою и буду наносить пилинг. Знаете, это было бы забавно и смешно, типа вот этот эффект стянутой кожи, трескаться, когда вот это все можно обдирать. Если бы это было смешно, если бы это была не твоя кожа, маска, а это, блин, твоя кожа. Знаете, ощущения, ну, не самые лучшие, не самые приятные. Вот он, цвет лица. Да, я смыла тональник. Похоже, как будто я перележала в солярии. Сейчас буду наносить пилинг. Я смыла тональник, смыла пилинг и нанесла увлажняющий крем. Собственно, вот так сейчас выглядит мое лицо. И вот это вот именно такие синячки. Вся кожа стянута. В том числе вот здесь по шее.
зловещий вид. Я не помню, говорила я на предыдущих видео или нет, что это лечение розация. Уколы небольшие вкололи, такие шишечки прям. Ну, в общем, ждем. Покроется все опять корочка, опять будет облазить. На данный момент пока просто слегка пощипывает лицо. Так, ну что, это после третьей процедуры. В общем, не знаю, чем она мажет, после каким-то кремом, не знаю что. В общем, лицо пока выглядит далеко не лучшим образом. После первой и второй процедуры говорили, нельзя сутки мочить лицо. После третьей нельзя мочить двое суток. Можно будет промокнуть все, но мочить нельзя, смывать нельзя. Пока что по ощущениям также горит, также больно. Горит все лицо, в том числе там и веки, в общем, горит все. Также горело после первой процедуры, но, наверное, даже сильнее просто горело. Сейчас чуть-чуть послабее. После второй процедуры я брала протокол меньшей стоимости, самой низкой стоимости, и так сильно не горело лицо. Сейчас, как и первую процедуру и третью, я взяла средний, как называют его протокол, средней стоимости он идет. И очень так прям сильно ощущается горение лица. Ну, в общем, на сегодня так. Шелушится все, что может. Здесь краснота возле губы не проходит, потому что здесь облезло очень сильно. Только здесь начало изначально вчера облазить. Вот. Такие у меня пока все шелушечки возле носа. Ну и пока вот такой пленкой все держится. И это я уже всякими тут кремами понамазала себе лицо. Продолжаем облизать. Сегодня у нас утро после четвертой процедуры. Вчера у нас была терапия,
и лазер. В общем, меня предупреждали, что будет сильный, ну, не сильный, мне просто сказали, будет отек. О том, что он будет такой сильный, вот у меня прям, я чувствую, что отек у него начинается вот отсюда. Что вот прям вот здесь уже все в воде, очень сильно ощущается. По ощущениям, как будто меня пчелы покусали. Глаза широко открыть не могу, просто веко нависает. У меня аж вот здесь прорисовывается уже даже вот так складочка. Потому что вот здесь много воды собралось. В общем, буду сейчас себя спасать. Drain Effect. Выпью 2 пакетика, потому что один, по-моему, тут явно не справится. Конечно, я знала, ну, понимала, что будет отек, но о таком сильном даже не думала. А мне сейчас на выставку по работе ехать. Вот так. Сейчас пойду пить, спасаться. Ну и вот, если отвернуться от самого удачного света, вот прекрасно видно, где у меня ложится складочка, вот это, где у меня много воды в веках. У меня вот даже вот здесь все в отеке, вот. Так-то вроде смотришь еще и ничего. А вот здесь прекрасно видно все. Все вот здесь у меня прям аж натянуто. Я прям ощущаю, как везде вот здесь под кожей вода. Не сильно заметен отек, но он очень виден. Вот здесь особенно мешочки такие. Прямо видно, как здесь вода играет. Вчера еще вот эта правая сторона лица была очень сильно отекшей. Да и вообще все лицо было сильно отекшим. Сейчас верхние веки нормально себя уже лучше чувствуют. А вот снизу прям вода, она такая оп-оп. Прям ощущается водичка. Чуть-чуть есть еще отека в лице, но лучше, чем вчера. Так, собственно, выглядит лицо. Это у меня 5-я процедура. Четко видно, где вот делались уколы. На самом деле уколов делалось много. Здесь аж прям шишечкой такой видно, вот возле брови. По лбу она мне несколько сделала уколов. Также здесь тоже где-то вот здесь возле брови прям колола. Вот здесь прям больно было, если честно, вот по шее видно. Также натерли кислотами и еще 2 чем-то сверху помазали. На самом деле не так сильно горит лицо, как горело при первых. Даже 4-я процедура тоже горела прям сильно. Сейчас немножко полегче. Доброе утро. Чтобы вы понимали, как мое лицо выглядит, я вообще-то думала, что это будет как корочка, курица гриль. Но нет, проще, естественно. Очень плавно начинает уже облизать. 2 суток нельзя было мочить лицо. Я даже не умывала, только промакивала аккуратно салфеточкой. Не так уж все и страшно. Я думала, будет хуже. Это мое лицо спустя час после 6-й процедуры. По идее, 6-я заключительная по курсу. И дальше будет несколько поддерживающих процедур. Но, в принципе, у меня уже очень хорошие результаты. Я сама вижу, и врач, в принципе, так и сказала.
Вот, мазали меня после кислот еще чем-то, ну, в общем, всего тремя составами. А также уколы в лицо и также три состава, которые наносились. В общем, видно, где беленькая по шее еще осталась. Но тоже очень хорошо даже впиталась на самом деле. Вот, сутки лицо также не мочить. Вот, после предыдущих, по-моему, там по двое суток не мочить лицо. Не горит. Ну, собственно, ничего такого нету. И даже после пятой практически не облазила. Ну, так как после пилинга, мне кажется, только слазит кожица верхняя и все. Ну вот. Так, ну что, привет. Вчера у меня была шестая процедура по лечению лица. Знаете, намного лучше выглядит, чем даже после первой. Я там рыдать была готова, и лицо все горело, а сейчас все замечательно, все хорошо, тенденция шикарная. Еще парочку, наверное, поддерживающих процедур нужно будет сделать, и можно сказать, что вообще с лицом все прекрасно. Ну, собственно, уже сейчас прекрасно, все хорошо, поры сузились, уже нет воспаления, нет отека, нет красноты. Короче, я счастлива. Сегодня уже третий или четвертый день. Сейчас со счету длилось. В общем, двое суток лицо не мочило, как и говорили. Сегодня оно уже, в принципе, облазит. Если при близком... Ну, сейчас сфоткаю, если близко рассматривать. У меня вот эта зона возле рта, она прям очень так активно шелушится. А лицо сильно кулачками не стянуто. Ну, то есть, не могу сказать, что это прям дико. Немножко заметно. Чуть-чуть было коричневатым лицо на второй день, второй, третий, получается, сегодня, значит, четвертый. Но вполне норм себя чувствует. Горело лицо первый час после процедуры, потом все успокоилось и все хорошо. Еще забыла сказать, что это была уже вторая поддерживающая процедура, то есть основную терапию 6 процедур я уже прошла, закончила. Вот, и это уже поддерживающее, то есть, чтобы не запускать лицо. В принципе, вот немножко видно. Не скажу, что идеально по качеству, но в общем. Потихонечку начинает вот здесь уже слазить. Обязательно также мажусь всеми нужными кремами. Начинаю пилинг. Ежедневный и вечерний, тоже там специальный, чтобы кожа быстрее обновилась.